Добрая комната – это новый региональный проект «Единой России» по созданию детских игровых комнат. В городском округе Люберцы проект стартовал в детской поликлинике номер 11. Последние штрихи, и добрая комната готова принимать гостей. Именно здесь дети и их родители будут коротать время ожидания приема врача. Комната украшена настенными рисунками. Вскоре здесь появится мебель, книги и развивающие игры. Дети и с родителями, те, кто приходит на обслуживание в поликлинике, комфортно проводили свое время, чтобы были оборудованы комнаты. Да. Данные комнаты привлекают внимание, получают психологическую разгрузку дети, нахождение здесь. И комфортное пребывание родителей с детьми при посещении врачей. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.